My name's Peter. My friends call me Pete. My name is Peter. Я немножко Питер. Так, сейчас я фотографирую. Что нам надо будет? 5 жвачек, 5. Я фотографирую все-таки. 5 жвачек, 5 чешуек карпа, 5 ноготочков и 5 кожи. Все. Ты сказала ему остаться? Всем привет, ребят. Мы поддерживаю. Остановились возле башки. Вот. Все, он остался. Блин, я лететь вниз не могу. У меня нет этой херни. У меня последний остался. Бля, чё, у меня бесплатная жизнь, что я прыгать пытаюсь. Так, напоминаю, в прошлой серии мы человейника убили, муравейника. Человей. Бля, да как ты спустил? Сейчас будет. А, нечестно, кстати, нечестно. Чё? Ну просто я упал на ту штуку, которая скользит. И как бы это не должен был быть урон. Но урон прошел. Он ого-го рассказал мне. И надо взять чинилку на всякий случай с собой. Да. Потому что мы тут все разъебали. Согласна. Оса? Дом зеленый, если чё. Зато знаю, блин, тебя. Саш, во-первых, подожди меня. Кстати, по дороге попей. В ночь вроде бы должно быть много воды. А у меня воды куча. На дома наберем. Если бы ты меня подождала, я тебя вижу, но не могу догнать. Ты настолько пуля. Че? У меня ты дерешься одуванчиком. Все хорошо? Муравей был вообще-то. Не, ты одуванчиком дерешься. Знаю, что вы здесь, огненный муравей. Прикинь? Не знаю. И сейчас с ним бежишь, ребят, смотрите. А, ну это у меня тоже такое бывает. Блять, там это божья коровка впереди. О, чья-то нога. А чё ты меня увидела? Фокса вон с одуванчиком бежит вообще. Причем бьет одуванчиком похлеще, чем... Блять, как теперь забрать? Фуф. Кто? О, да, муравей, я хочу его убить. Я хочу броню сделать. Посмотрите, одуванчиком. Вообще тореха, блин. Это превьюха будет, я клянусь. Пойди. Take a look. Почему? Посмотрите, вообще читер. У тебя тоже такое бывает. Ну ты хоть бы заострила внимание, это так смешно. Ну именно как ты дерешься. Молния искрит, холод, блядь. Ёбаная волшебница. А вот можно на этот, на одуванчик спрыгнуть. А, нам не надо. Я умерла, да? А, нет, не умерла. Зачем я за тобой прыгнул? А, ну нужно же сейчас жить. Просто лестница в два раза больше стало. Тебе надо выучиться. Комары, ёб твою мать. Это плохо, это плохо, это плохо. Я в воду. Давай, чё? А я тоже ты в воду. Ты прыгни! Я знаю. Я просто его ноги ебать хотел. По тебе? Ну, он это слышит, что я. Под водой просто плывешь и все. Так, нам нужно. Ты будешь собирать, да? Зашел домой? Да. Ягоды, карп, жвачка, ногти. Все по 5. Так. Ой, я заодно выложу все дерьмишко. У нас чешуйка карпокаи, только 3 их. Бля, ну сейчас пойдем. Блин, а как этот холодильник сделать, а то еда пропадет. Еды куча. Сейчас, ребят, побочное задание. Вот. А, блядь, шишки нету у нас. Нет? Сука. А остальное все забрала? У нас, по-моему, даже жвачки нет. У нас жвачки нет. А, чешуйки кои у нас есть. У нас их 6 штук.
Что там еще надо? Жвачка, ногти, ягоды. Ногти! Что? А где они? Не поняла. Где он? Не знаю. Ногти, а где я их оставила? Я их где-то оставила, я где-то умерла, да? Не знаю, но придется идти искать. Я даже не знаю, где они. Здесь нету ногтей, я же их добывала. А ты, получается, взяла ягоды, чешуйки? Я чешуйки не взяла, ягоды не взяла. Сразу-то надо взять, чтобы не пиздачить потом по. Вот чешуйки в последнем. Ягоды, кстати, я не знаю, где ягоды. У нас ягоды вообще нет. 4 нашел. Надо 5. Где еще одну взять, блин? А, 3 вон ягоды у нас есть. О, давай я одну возьму. Так, ягода, не, а нам нужна кожа. Одну кожу я могу создать. У тебя кожа, да, или да, ягоды? Да, да, у меня 4 кожи есть. Да, все, на тебе одну последнюю. Только так, давай не 5. У тебя будет. А, нужно. У тебя 4? У меня. Положи, 5. Пожалуйста, все сюда, в свой сундук. На, забери. Все, 5. Пусть у тебя будет. Я их положу вот сюда, в последний сундук. 5. Так зачем возвращаться? Мы сейчас возьмем жвачку. Я просто пока собираю. Так мы уходим. У нас больше ничего нет. Я просто пока собираю, Коль. Пожалуйста. Мы их сейчас, ну... Вот сейчас... Ну, я, мы ногти где-то просрали. Я не знаю, где они. Ну, идем за всеми сундуками тогда. Бери ласты, хуясты, блядь. Ногти вообще-то были в пепельнице. Я их добыла. Тыкни жвачку. Да, подожди ты. Сейчас... Ты что, собрал уже? Да. Сколько чертов? 54. А зачем нам? Забор починить и стрелы еще сделаем. Сейчас. Ягоды найти. Так, ножи не ищется. Кусок жвачки. Так, кусок жвачки находится вот тут. Ждем. Ага. В принципе. Но там очень много под находится. Все видели, я туда и смотрел. Много ты мне нужен. Вот она, родная. Чё с ногтями там решили? Пойдем вместе, это та зона опасная. А где моя лопата? А, вот она, пидораска. Опасная это которая? Опасная зона которая. А, всё. Как говорится, разъяснено, ребят. Ну в той верхней зоне, где сарай. Там они там появляются, типа, опять? Я не знаю. Нет, они не в том месте, где мы их нашли. Я знаю. Я, наверное, сейчас без тебя схожу, проверю. 2 кусочка жвачки? Ну, ищи еще. Там рядом очень много жвачек. Под этот зайди, под сарай. Ну, я под ним нашел. А где ты еще имела в виду жвачка должна быть? Открой. Ну, вот тут вот. Ты же вообще в другом месте. Ну, сейчас возвращаюсь именно на твою метку. Я просто эту помню, я думал, ты сюда примерно тыкнула. Нет, я именно тебе тыкнула, где они находятся.
Ага. Нашел? Ну, она в паучьем логове, я так понял. Под землей. Ты заглючила, ты мой малыш. Да сдохни. Где ты еще? А вы что, не ядовитые? Chemist food, извините. Где паучок, там и паучки. Ну, чувак прям, ну, логику говорит. Так, вот это надо сразу убрать. А то я потом обратно буду в страхе убегать. И обосруся. Мне тут вообще не очень комфортно. Мне вообще не комфортно. Твои пауки на каждом шагу. Получается, мы с тобой сейчас не в зоне комфорта. Получается. А где же моя жвачка? Что это за радар появился у них, я не понимаю. Так, а если я сделаю вот так, вот так. И поэтому получил ков дохера. В смысле, как я застрял? Ух ты, а ты сюда прям можешь прибежать, ничего себе ситуация. А, не можешь? Ну, так я могу просто пробежать, да? Ебать, у тебя что тут? Жвачку нашел, ага, отлично. Тихо. 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 Так, все. Тихо. Короче, тут опять скелет кошки и в нем жвачка. Но охранял паук. Ну, так как мне на среднего паука, я просто пробежал. Вот ноготочки я нашла. Вообще. Только у меня их 4, а не 5. Это плохо. Так, все, жвачек 5. Здравствуйте. Тихо. Блять. Уходим. Все, бегу к тебе. Я свою задачу, как говорится, выполнил. А от желтого паука я знаю, что толку zero. Смысл его убивать. Так, где теперь моя фоксушечка? Не видели фоксу? Симпатичная такая. Ага, вижу. Так, это к того, у меня жвачек же 5 уже. А где жвачки? А-а-а, да, 5. 5 жвачек есть, кожи 5 есть. Ноготочек еще нужен. Чешуя там была 5. Все, значит, только ноготочки остались. У тебя самая важная миссия. Вот тут он где-то был. Так и предполагала, что невозможно будет в трубе. А, блядь! Прикинь! Чуть-чуть не дошла. Нашла? Да! Я в трубу зашла, я такая, по-любому они в трубе, потому что типа смыли, все такое. Чуть-чуть не дошла до них. Ребят, вы так в жизни у нас все. Все, у меня 5 ноготочков, бегу к тебе. Че, 5? 5, есть. Выкладываю нахуй, выкладываю нахуй. Так, проверяем. Is I O A. А че у нас дверь открыта? Закрой, пожалуйста. Че за херня? В смысле у нас дверь открыта? Я не знаю. Я только что...
Закрой на замочек, Саш. Не знаю. Так. Кожа ягоды есть. Карп есть. Кусочек жвачки есть. Ноготь есть. Все, у нас все есть. Можем пиздячить отсюда. Бесполезная наука. Я не знаю, откуда у нас. Ты опять жрать села? Саш! Всем неси. Башка, мы к тебе. Иди, веревка. У меня, кстати, весь стол сейчас в этих крапинках странных, Ты которых ты не чё? видишь. Сочувствую. Спасибо. Запыхался, бедняжечка. Ты мне не свой путь. Напал. Профессор, мы летим к тебе. Ну, я иду, короче, и стол становится обычным. Зачем они его изначально в крапинку делали, не понимаю. Может быть, мы что-то сделаем, и у нас все так станет? И мы узнаем, что Крапинку? это не двор на самом деле, а имитация двора, для того, чтобы проверить Коля, у нас. тебя компьютер просто такой. Башка, здорово. Здорово, заебал. А что, ты спишь? А Ловлю. ему глаза не видно почему-то у них. Не, он отвернулся. А я его тут просто и оставила. За мной. Держи его. Давай. Включать. Включить аппарат. А, kitchen, вот зачем он написано. Он, видишь, на перфораторе. Вот трудовой кодекс, что ты взрослый, чтобы соблюсти. Необходимо... А у меня есть вот эта починка, я ее... Фу, я не выложила. А где нужна починка? Модуля миксера. Блять, вон там ми-модуль, вон и они, это микса. Best ever! О, у меня сейчас все дерево в крапинку, обалдеть. Да, вон они. Нахера мы их ломали? Коля! Ай, эр, ай. Ой, жизни 100%. Чекайте прошлую серию, как мы их ломали. Если бы не сломали бы, все было хорошо. Зачем я спустился? Думал, помощь нужна. Где-то, может, еще есть? О, башка. Так, раз, два, три вижу. Надо сверху смотреть. Что, вроде так три видно. А следующий будет хорошо. А, можно начать, жду тебя. Нажимай. Все, ура, ты даже не понимаешь, что мы делаем, блядь. Увеличивайся машину, чтобы увеличиться. По английскому языку... Insufficient. Power, короче, сила что-то. Блядь. Ты охуел? Иди же сейчас что-то. Да, наверное. Это не денег команды. Беги. Нужно будет спуститься туда и починить модули микс. Опять? То, что надо, не надо было ломать. Бля, это пауки. Иду, иду, иду. Я пойду на другой. Я тебе сейчас, блядь, плюну, слышишь, ты говно на палочке. Иди сюда. Тут эти штучки. Ага.
Так, я починила это. В смысле? Ты уже, блядь, Эспекто Патронус выучил? Так, этот я вроде освободил, но чинить мне нечем. Все, все три починил. Поговорите с доктором Тали через Java Matic. Где бежит сзади? Кстати, ты урон мне не наносишь. Hey, free. Hey, free. Hey, fear. Hey, free. Hey, April. Мне вообще слышится, как он говорит. Hey, April. Да я тоже сегодня говорил. Какое-то слово ты услышала то на или... А какая разница, мы сейчас... Вы посмотрите, в каком оно состоянии, Джавоматика Труди. Ты точно останешься без гарантийного ремонта? Продолжить. Уловка безрассудное разрушение аппарата, полное отсутствие уважения к чужой науке. Это явно дело рук Шмектора. Стоит вас предупредить, увеличивайся, который замешивающий достаточно громко. Это, несомненно, привлечает внимание маленькой армии директора. Боюсь, потребуется время на созревание. Придется защитить модуль Микс-Р столько, сколько потребуется. Если орки уничтожат их, они уничтожат всю систему. Нужно развивать хоть какую-то оборону. Бюрагу разумно. Крепкая оборона в слабых местах Джавоматик позволит нам выбрать, выиграть столь необходимое время. У меня тут хранилище неподалеку. Оно как раз пригодится. Я отмечу его у тебя вкус. Чтобы отправить вас домой, может понадобиться побольше времени. Но, как я обычно говорю, безопасность превыше всего. Что нам делать с орками? Если найдем, откуда они взялись, быть может, найдем способ их остановить. Но где? Есть идея, откуда берутся орки? Это за здание неизбежности. Полагаю, у них в дворе спрятано какое-то оборудование. Если удастся найти это место, думаю, у меня получится провести нас внутрь. Как думаете, где это строение неизбежности? Интересно. Нет, быть этого не может быть. Быть может, он это спрятал в... Не-не-не, это слишком... Доктор, так, добро пожаловать на меня, доктор. Может подумать... Может подумать... Посмотри на меня. Тихо, я думаю. Возможно, не точно, но, может быть, он это спрятал за... Ха, абсурд! Кто в здравом уме решит построить там лабораторию? Понятия не имеете, где это находится, верно? Ну, я не то, что... Ну, думаю, понятия не имею, где это, извините. Сука. За науку. Значит, еду застраивать будем, что делать? Три модуля, блин, на два человека. Как вообще одному такое защищать? Я даже не представляю. Ты молодец, что сделал свежее. A nose. Посмотрите, какой у нас тут Басфорд. Но нам нужно, наверное, может быть, где-то вот тут сделать, на пригорочке. Что именно? Ну, где сделать усыпальню нашу. Или вот тут, смотри. Чтобы... Думаешь, прям рядом так? Вот так спрячем. А у меня ничего нет. У меня ничего нет. А. Клевера три надо. Ростки принес. Я ростки. Суперски. Я говорю, клевер надо. Ну, я же говорю суперски. Разве это считается, как будто бы я ненавижу тебя? Три? Угу. Все, он принес. Я первая. Не хватает одного. Не ставится, а все. Ну извини, тут была борьба. А кстати, я бы хотела бы еще создать короб. Короб? Короб. Так называется короб. Ну я понял, я что, доебываюсь? А, четыре. Четыре клевера, четыре что-то там еще. А ну, в принципе, мне тут нечего, да, класть в короб? Да что класть? Да, все нормально. Проиграем, значит, проиграем. Погнали. Сейчас, подожди, мне надо переставить арбалет и топор местами. Может, мне тоже надо было, блин, арбалет взять? А, да, у тебя же есть этот. Насчет раз, два, три нажимаем.
Ты дурачочка? Блин, а может его возьмем с собой? Я просто боюсь, что его убьют. Может, он чем-то нам поможет? Позови его. А ты там? Покажу вам путь. А, я покажу вам путь. Куда ты идешь? А он говорил, что, возможно, их можно откуда-то отключить. Да. И сейчас он приведет нас в Но нижнюю он не борту. идет никуда, он идет за мной. А там нижняя закрыта, да? О, да. Стой. Пойдем проверим. Ого, как интересно. Ничего не поняла, но очень интересно. Там зеленый горит. Ну, может, мы уже тут были, нет? Пойдем. Мы, по-моему, были там. Или бы не зашли. Может, и правда можно выключить? Подожди, не ори так сильно. Три сундука, прикинь. У меня... Стрелы! Куколка. Еда. Смятная, у меня острая. Комок пороха. И соленая. Комок пороха. Сука. Сытный, успокоительный. Офигеть. И я кровать. Взял... А ты взял, возьми все остальное в сундуке. Не, забери, у меня тут много хуйни всякой. Шишки, 4 шишки. У меня успокоительные. Шишки. А тут еще сундуки, Коль. Иду, иду, иду. Глина, шишки, перья. Перья. Ну, колючки нам не нужны. Но я их пока не возьму, пускай они тут. Грибной лежат. Кирпич нам не нужен. Не забирай все. Грибной кирпич нам не надо. Тут все одно и то же. Тут оставим? Да, а потом заберем еще. А, тогда я выложу. Их нельзя в сундук выложить. Суперски. О, жвачка, шишка. Бля, тут сундуков просто адский ад. И еды в рот его нету. Но тут все. А это что? Ну, даже есть стебли, прикинь. Тут все для того, чтобы починить, по это. Кстати, поспать можно было и здесь. А смысл? Смысл, ты сказал? Да. Я сказал слово смысл. Все, пошли драться, похуй. Он, короче, нам ничем не помог. Но мы отсюда столько ресов вытащим. Ё-моё, мы ворону себе построим. Тебе не нужны успокоительные? Я не знаю, что это, поэтому нет. Ну, блин, это, возможно, жизнь восстановить. Сытные успокоительные. Ну, мне до хера всего, Саша, я сейчас целку набиваться. Пошли драться, нахуй, раз на раз. А с ним нельзя поговорить и сказать, покажи путь, брат. Что вы думаете, что теперь на повестке? Расскажите мне про повестку, не нужно лично. Что теперь на повестке? То, что ты думаешь, что Бездурич, что вы хотите знать? Нет, хуйня, не ду. Все, ничего, нельзя с ним помочь. Да, пошли драться будем, бать. Налетели. Так, вот этого надо свалить сразу, потому что... Ну, теперь надо наверх. Включишь? Или я включу? Как хочешь, хочешь, я схожу. Все, я уже сходила. Так, получается, ты когда приедешь, значит, ты защищать будешь С, я А за Б будем подслеживать, если что. Я С защищаю? Вот этот. Да, ты С. Сейчас я уберу метку. А у нас укреплена, в принципе, аж в 3 слоя, так что... Ты уже нажала? Да. Вообще никого нет. Опа. Тебе здесь помогать? Не-не-не.
Сука, комар, как ты... Блядь. Проблема этих стен, что хуй допрыгнешь еще. Есть, все. Ебать, лагает. Сосать. Так, что там? Кислотой? Кто это нахуй? А. Запыхался. Что там? У меня крышка. Я не могу, блядь, у меня вообще все, у меня крышка. Блядь, я тут эти. Пожалуйста, переключись. Ебать. Я не знаю, что делать, блядь, светлячки вообще охуели. Что, где? Блядь. Следычка завалил. Блять, божья коровка, сука. Сука, они прорвались. Тебе помогать? Да, у меня божья коровка, и они прорвались. Пиздец. Да идите нахуй, ну нечестно. Б больше всего страдает, блядь. Б это что? Моя, блядь. Там все разрушили, блядь. А зачем ты сюда пришел туда? Меня божья коровка била, меня не спрашивали, блядь. Блядь, что у меня бьет? Походу все, да? Мы проиграем. Ну пиздец, ну как? Давай грибные кирпичи делать. Сходи за теми кирпичами. Я даже светлячка смог победить, но божья коровка это пиздец в одного. У нее жизни тысяча миллиардов. Кирпичи слишком долго делают. А, еще кажется нужна сначала. Естественно. Я говорю, слишком долго они делаются. Вот хватает грибные кирпичи. Ты меня вообще не слышишь. Ну, кстати, чем-то вон вот эти вот фигни пускают. Такие, знаешь, разряды, помнишь? Не помогли они. Нихуюлечки, блин. Они опять охраняют. Ага, все, я загрел одну. Да подожди, я еще на листочке лечу. Ого, я тут как
А, ну, давно осы считаются ядовитыми? В смысле? Может, это шмель? Блять, опять закрыл. Чего? Ебать, она сейчас всех призвала. Да ты не паук, ты в курсе? Я не попадаю просто по ней, это пиздец. Я тоже не буду. А, я знаю, что делать. А насчет... Больно, сука? Кого мы ударили? Ты кого вызвал? Я никого не вызывал. Он почему он человека вызвал? А, это твой тайный друг. Не поняла. Мой? Да. В смысле? Типа, мутация, она за тобой приглядывает друг. И появляется человек. Я тоже сейчас это возьму, мутацию. Это я взяла? Ну, у тебя есть эта мутация? Таинственный насекомец я взяла, да. От яда все равно не помогает, блядь. Лучше я насекомца тоже возьму. Подожди, стой! Фу. А почему так орёт? Вообще не понимаю, почему оса так себя ведет. Пойдем просканируем. Пойдем. Нифига он такой. По ножи. Теперь мы сможем сделать кераса. А это какой-то уровень выше по ножи или нет? Сейчас посмотрю. Нет. Накидка из моря. Большой сундук. Чужой гамоли. Кстати, а подожди. Защита. Оса. Бля, ждем, надо еще две проанализировать. Понча. Понча вообще защита, ну, почти на максимум. А кераса из это сопротивляемость 10-5%, а здесь 10%. Вообще, самое хорошее, это вот эти вот муравьиные леггинсы. Молли! Леггинсы, Молли! Перегороди. Все, перекуриваем, пока заряжается. Кусочек сосновый. Большой сундук! Мы теперь большой подан для досок. Лампа, мошки. Мы теперь можем это заставаться. Большой сундук. Хранились измены. Ты не можешь видеть. Взрывчатая репейная ловушка. Мы могли бы ее сделать. Ловушка-приманка. Лепестки роз нужны. Что будем делать? Сейчас ждем, надо еще две просканировать. Ждем. Мне покушать надо, мне кажется. Да. Мы вообще не кушали с тобой. А? Макарошка. Килограмм. Кумок пороха. Еще одно надо будет просканировать. Что такое взрывчатый снаряд? Хуя.